Ларь – большой деревянный ящик с откидной крышкой, предназначенный для хранения съестных припасов, находится в экспозиции историко-мемориального центра музея Ивана Александровича Гончарова «Купеческий подвал». Он был в каждом доме Симбирска. Как правило, его ставили в подвальных помещениях. Собственно, ларь – это разновидность сундука. Дно ларя не доходило до пола и заканчивалось где-то наполовине. Это было необходимо, чтобы сохранить зерно или другие продукты от сырости и от грызунов. Внутри лари находятся сусеки. Слово «сусек» произошло от прославянского «сек» в значении «резать» или «рубить». Так что сусек – это отгороженная часть. И знакомое с детства выражение «поскрести по сусекам» означает собрать остатки, к примеру, муки в каждой части лари. Также ларь использовали на базаре как ящик для хранения товара и прилавок. Отсюда происходит слово «ларек» – «киоск». А вот тяжелые мешки с зерном и другие тары, чтобы не носить через весь дом, спускали в подвал с улицы через окно по специальному желобу горки.